на глазах у изумленной публики произойдет совращение новенького Макса старенькой дочкой. Главный вопрос, куда пропал Максим? Они говорят один и тот же текст, и у них есть одна общая тайна. Выпендрился. Прям бомбит с него. Ты его на поляну пригласил, и ты что думаешь? Я не знаю, что ты целый год к новенькому подкатываешь, глазки ему строишь и штанов выпрыгиваешь, чтобы ему понравиться. А вот с тобой бы я, может, прогулялся. Слышь, ты новенький. 5 дней прошло, и все безрезультатно. Землю, родину, найдите мне этого Плетнева. Есть, конечно, одна такая дерзкая. Пойдешь со мной в кино? Ну, позвал бы раньше, пошла бы. Умнее их всех вместе взятых. Кто сегодня на допрос? Все знают, что говорить. Пожалуйста, коллектив активистов, который под руководством Сони Рябовой способны на многое. Как можно было на деньги покойника iPhone купить? Кажется, нашли Максима Плетнева. Это не он. We'll be right back.